Привет, друзья! Сегодня буду пристреливать бинелью Винчи с коллиматорным прицелом Aimpoint. Такой прицел, и установлен он как раз на ту планочку Picatinny, про которую я рассказывал ранее. Пристреливать будем пулями Exors. Пуля называется Полево 6У. Дульное сужение вкрутил 0,5. Обратите внимание, какой интересный затыльник. Дело в том, что родной затыльник намок и разбух, и превратился в кашу. Поэтому был куплен вот такой неопреновый. Достаточно удобно. Друзья, холодная пристрелка не была сделана, поэтому подойду на 25 метров и привяжусь к мишени. Идем смотреть. И что я вижу? Ни в одну мишень я не попал. Вот так, ребята. Подойдем ближе. Уже метров с 15 целился вот сюда. Прилетело повыше. Все, отходим на полтинник. Более-менее понятно, куда летит. Сделал поправку. И сейчас стреляем на 50 метров. Ушла вверх. Семерка на час. Снова делаем поправочку. Десятка на 9 часов. Десятка на пол одиннадцатого. Делаем поправочку вправо. Итак, друзья, более внимательно вам покажу, как это выглядит. Аймпоинт с быстросъемным кронштейном на вот такой планочке, которую можно установить самостоятельно. Но именно на этом ружье есть даже вот такой фонарь. Идем снимать мишени. Все получилось хорошо. Камера, конечно, трясется, извините. Так, вот что у нас получилось. Значит, напоминаю, первый выстрел был с 25 метров. Пытались привязаться. Целился в середину, и пуля вообще куда-то улетела. Подошел на 15 метров. Целился уже четко вот сюда, в центр. Видите, насколько прилетело. Все, понял, что по вертикали все хорошо. Ушел на 50 метров. Сделал поправку, где-то точку вывел прямо вот сюда. То есть целился сюда, сразу сделал поправку вот сюда. И попал с 50 метров вот сюда. Все, дальше сделал поправочку, еще два выстрела. Сюда и сюда прилетело.
Вот, в принципе, стабильно, но чуть левее. Все, и еще небольшую поправку. Все, вот они, две пульки влетело. Соответственно, получилась вилка между вот этими пробоинами. То есть вилка по поправкам. И пару щелчков сделал налево и вверх. То есть, по сути, все. Теперь пристрелено будет бить сюда. Хорошие патроны. Дистанция 50 метров. Бинелли Винчи. Коллиматорный прицел Aimpoint Micro H1. Дульное сужение 0,5. С вами был Баранов Алексей. Увидимся.